Расскажу, как приготовить гороховую кашу с копченостями. Получается быстрое в готовке и безумно вкусное блюдо. Вкусно, сытно и аромат потрясающий. Словом, отличная альтернатива обычным гарнирам. Делюсь простым рецептом гороховой каши с копченостями. Блюдо получается отличное, ароматное и аппетитное. Так что даже если в вашей семье гороховую кашу не особо жалуют, попробуйте один раз приготовить с мясной зажаркой, и все домашние критики сами в очередь за добавкой выстроятся. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Горох предварительно замачиваем на ночь, прополоскаем, заливаем свежей водой и ставим на огонь, варим, пока не разварится полностью, снимаем пену, и уже готовый горох солим. 2. Копчености и лук мелко режем, обжарим до румяности, я масла не добавляла, из руки вытапливается жир, но если у вас кусок не жирный, добавьте масло. 3. Добавим горох и перемешаем, обжарим еще немного, по вкусу можно еще добавить специи и соль. 4. Блюдо готово, приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Горох, 200 грамм. Копчености, 200 грамм, у меня, свиная рулька. Лук, 2 штуки. Специи, по вкусу. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.